Да, слава Богу. Друзья, сейчас у нас третий урок «История Восточной Церкви». И я хочу рассказать, наверное, о таком очень важном лжеучении, с которым все сталкиваются. По экклезиологии я об этом, кстати, уже говорил. Те, кто учились, те должны вспомнить кое-что об этом. Учение об апостольской правопреемственности называется. Помните такое? Учение, ну это лжеучение, об апостольской правопреемственности. Это чисто восточное изначально было учение, хотя сегодня оно учение католической церкви также и прочее. Но изначально оно на Востоке зарождалось именно. И Восточная церковь как раз, по сути, стала вот родоначальницей этой традиции. Наверное, скажу так, по поводу этого учения. Суть очень простая, этого учения. Что вот апостолы первые, да, ученики, они были вот крещены Духом Святым, имели Духа Святого. И вот, значит, и они рукополагали там епископов, передавали благодать дальше, те епископы, рукополагали следующих. И вот как будто бы, представляете так, имеется такая как будто бы непрерывность таких руковозложений. Вот все эти 2 тысячелетия как будто бы есть такая, будто бы на самом деле, есть такая непрерывность руковозложений, и вот как бы через это, мол, передается Дух Святой. Очень коварное учение, на самом деле, и очень интересное, по-своему. Я в этом учении тоже жил некоторые годы. В 96-м я отказался от этого учения. Почему? Оно очень коварно. Утверждается, нас этому учили, что вообще спастись невозможно человеку, любому человеческому существу, тому человеку, который будет вне этой системы, вне церкви, которая имеет непрерывность вот этих руковозложений, каноничность, правильность. Якобы спасение невозможно. Допустим, обычно вот упрек протестантам я слышал много раз, что вот мы от апостолов идущие, непрерывность есть в руковозложении, а вы... Не пойми что и сбоку бантик. Откуда вы, кто вас рукополагал там и прочее, прочее, прочее. Согласно этой системе, вот епископы возлагали руки и передавали дальше другим епископам. Епископы также рукополагали священников, которые никого не рукополагали и не имеют права их рукополагать, а только епископы имеют право рукополагать дальше. И диаконов рукополагали и рукополагают, но диаконы тоже никого не рукополагают. Вот только епископы передают по наследственности, как бы постепенно, постепенно. И от первого столетия до 21-го, получается, столетия. Ну и пока Господь не придет. И вот, интересно, это учение противоречит, почему ложное? Вот я вам назову три пункта, запомните таких, три пункта. Их больше можно написать, но три основных пункта я как бы для себя обозначил тогда. И сейчас я вот думаю, слава Богу, что тогда это понял, что вот эти вещи, которые разоблачают это учение... Первый пункт – это Библия. Конечно же, да, Библия. Когда для христианина, неважно какой конфессии, когда Библия, Божье Слово, становится конституцией веры, тогда проще вести разговор вообще. Проще намного. Есть от чего отталкиваться. Даже если разные учения, но есть у нас общее, от чего можно отталкиваться. Так вот, библейское учение о спасении никак не подразумевает вот именно... Вот именно вот такой путь. Спасение – дар Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Это дар Бога через Иисуса Христа. И здесь сама система в руковозложении ни при чем. Есть учение, библейское учение о рукоположении, конечно, возложении рук, но ничего общего с подобным учением это не имеет. Первое – это Библия. Для меня это стало вот просто прозрением. То есть, согласно Библии, Божьему Слову противоречат это учение Божьему Слову, Библии. Хорошо, я это отвергаю, лжеучение, но какие еще есть другие пункты? Второй пункт, он, кажется,
традиционалистам кажется на их стороне. История. История. Первая Библия, вторая история. Исторически такого учения до 6-го столетия его как доктрины в церкви не было. До середины 6-го столетия, до того самого Юстиниана и Феодоры не было такого учения. Хотя, с другой стороны, многие отцы церкви, там, даже 2-го, 3-го столетия, 4-го, 5-го столетий, говорили о тех, допустим, кто их рукополагал, их предшественников кто рукополагал, кто был епископом до них, значит, но никто из них не делал таких заявлений, что это мог гарантия того, что и на нем теперь Дух Святой. Исторически лишь в 6-м столетии это учение возникло. И оно возникло именно, вот я упоминал, помните, да, опять-таки, Юстиниан и Феодоры. Так вот, возникло это учение чисто из политических соображений. Помните, на уроках я говорил, что было христианство часть легализовавшаяся, да, а было христианство, которое не легализовывалось. То есть, ну, как бы, не то, что не легализовывалось, оно было государственное, католическое, да, получается, церковь, а было такое самостоятельное, неподконтрольное государство, как правило, вот, что очень сильно беспокоило порой мужей государственных. Так вот, и вот этих христиан, которые негосударственные, их часто, ну, власти обижали. Мало того, что они платили все налоги, значит, не пользовались никакими льготами. Если строили свои здания, то за свой счет лишь, и платили общие налоги, как и все остальные. Но еще плюс, еще некоторые императоры их притесняли очень жестко, отбирали у них здания порой, судили, но, понимаете ли, штрафовали их порой за, как бы, богослужение даже в домах, когда были запрещены в том же самом 5-м столетии, в начале 6-го столетия, были постановления, запрещающие богослужение, собрания в домах. Вот. Но вот эти церкви, они продолжали по-прежнему собираться. Их могли арестовать, судить и даже штрафовать за это. Даже в тюрьму отправляли таких служителей порой, епископов ихних. Но казнить никого не казнили по этой статье, конечно же, да. Потому что официально нельзя было вот за вероучение христиан казнить. Их все-таки христианы признавали. Потому что, как бы, ну, они христиане, только они неофициальные, как бы. Uh-huh. Вот. Нарушали закон они, получается. Вот, ну, потому что законы создавались такие, которые нельзя было просто им не нарушить. Просто. Понимаете, вот, вынуждены были христиане. Потому что собирались в домах, молились, допустим, а это было запрещено. Поэтому в Африке, допустим, вот, вот там карфагенские там эти общины, они были вынуждены, как и в древности, уходить в катакомбы. Понимаете, парадокс. Вроде христианское правительство, император, а христиане опять в катакомбах со свечками собираются за городом. Ну, ой, ужасно. Ну ладно, как бы это еще полбеды. И ни один император старался, с Феодосия Великого начиная, вообще, как бы, прикрыть христианство негосударственное, чтобы всех вывести в католическую систему, подконтрольное государство. Так вот, и в 6-м столетии поэтому Юстиниан одним росчерком пера вообще запретил все христианство, которое вне католической официальной церкви. Всех христиан, которые были вне официальной системы, объявили нехристианами вообще. Нехристиями. Все. Кем угодно называйте, сектантами, как угодно, но только не христианами. Все. Христианство отныне только лишь католическая, официально православная система, все остальные не христиане. И поводом к написанию таких законов было изобретено тогда вот это учение об апостольской правопреемственности. То есть все церкви должны были предоставить официально, документально подтвержденные, еще от Константиновых самых времен, по крайней мере, свидетельства о рукоположениях. Официальная церковь вела всю документацию, безусловно, а церкви вот эти, как бы, не государственные, никакой документации такой, как правило, не вели. Но даже те церкви, которые умудрились все-таки предоставить документы, у них не приняли эти документы, как было в Испании, допустим. Просто не приняли, отказались. Придрались к чему-то, отказались. И все равно их признали сектантами. По этому закону все эти церкви, десятки тысяч церквей, потеряли свои здания одновременно. Все. По всей империи. От
Британии и до Ирана и Ирака. Полностью, все полностью, по всей территории. Забрали все здания, конфисковали земли, служители за решетку, если они не имели права отныне христианских служителей называться христианскими служителями, если они не имели таких справок, документаций. То есть это учение репрессивное, оно изначально было создано, чтобы разбить братство христианское, разделить спор о родословных и подавлять всякую оппозицию. То есть это учение возникло даже не религиозно-политическим образом, а политико-религиозным. То есть это политики делали, Юстиниан и Феодора. Вот. И, к сожалению, официальная вот православно-католическая церковь взяла это на вооружение. И до сих пор держится этого лжеучения. То есть исторически это учение лишь спор о родословных, и оно ничего доброго не приносило и не приносит, и не принесет никогда. Только лишь разделение и раздор, и все, больше ничего. То есть первое, Библия это учение отвергает. Второе, это... кстати, почему еще Библия? Дело в том, что ну, даже еще в Москве, ну в Загорске, 87-88 годы, сижу я, но я вопросов особенно не задавал в семинарии, я вообще как бы так вот, ну, так, больше слушал. Но были там ребята пошустрее, которые там порой там и с места вопросы всякие задавали, там, значит, там, а я, ну, слушаю, мне так интересно. Там просто был один епископ, приезжал к нам, архиепископ, у него была кличка такая, ну, среди семинаристов, я слышал, архиепископ Содомский-Гоморский, вот. Вот, был еще Советский Союз, за гомосексуализм была статья, вот, я не думал, что такое вообще существует, ну, я вообще не думал об этих вещах, впервые с этим столкнулся вот именно в православной церкви, в семинаре, по крайней мере, там у нас, когда приехал, допустим, в 87 году, там двое ребят повесилось, семинаристов, вот, значит, они вдвоем написали записку, значит, и повесились оба в одной келье. Вот, просто-напросто, ну, с ними спали монахи, вот, значит, и они, короче, вот таким образом, уже должны были получить уже все, ну, священство, все, повесились. Ну, власти закрывали глаза на все это, потому что все было под контролем КГБ полностью, вот, их шантажировали, мне потом так вот рассказали их историю, а официально там, как бы, известили, что, мол, с ума сошли, мол, все. Но, понимаете ли, и вот приезжал этот архиепископ Содомский и Гоморский. Не скажу, откуда он, но кто в Союзе служил, те знают. Один из таких епископов, негодяев просто. Там были нормальные служители, были хорошие там, но были вот такие. А он чем отличался, был распутником таким, он, значит, не рукополагал никого перед тем, как лишь не переспав с ним. И, в общем-то, у него было такое хобби определенное. Вся епархия, большая область там, там сотни священников, он со всеми с ними спал. Хотя бы раз, однажды хотя бы, перед рукоположением. То есть рукоположение, если хочешь, в его, он платил хорошо, вот, значит, и места хорошие, там столичные приходы, все. Но, чтобы иметь такой приход хороший, надо было вначале в постель к епископу идти. Вот, и некоторые, правда, священники откупались, вот, предоставляли ему там мальчиков маленьких, значит, он с ними спал, значит, и тогда они имели рукоположение. Но чаще всего сами будущие кандидаты все с ними спали. И вот, в семинаре об этом знали все. Хочешь сделать карьеру, иметь деньги, надо было к нему в постели. Вот, некоторые священники потом стали у него. Я знал некоторых из них. Вот, к несчастью. Фу, ладно. Сколько лет прошло, до сих пор, даже вот о такие вещи вспоминать, честно говоря, это очень неприятно. Очень. Хотя сколько лет прошло, сейчас мне 50 лет, но вот... Честно говоря, это даже не по себе. Но, что я, к чему я вспомнил об этом, об этой гадости? Дело в том, что один из этих ребят, он вопрос такой задал, так, ну так он немного нахальный такой, Спарта прокричал там, вопрос. Вот нам говорили, как раз вот об этом лжеучении говорили. Ну, как о настоящем, мол, якобы Дух Святой так передается, как будто это какая-то энергия, знаете, вот, какая-то ток электрический. Непонятно, с подстанции. Вот, значит, и говорилось так, что независимо от личных качеств, вот, веры, неверия, неважно, важен сам факт руковозложения и чтения молитвы определенной, и это все передается. Вот, и значит, один сказал, что вот, а если он вообще, ну,
даже противобожник. Ну да. Без разницы, все равно Дух Святой, он не брезгует ничем, он переходит так вот по цепочке, по цепочке, по цепочке. Кстати, тогда был патриарх Пимен у нас был, да, патриарх Пимен был. Вот, а Алексей II, будущий, ну, Алексей там Ридигер, этот, будущий патриарх, приезжал тоже. Ну, тогда мы не знали, что он будет патриархом. Вот, значит, он, значит, нам высказался так, что как бы этот дар Духа Святого, да, через рукоположение апостольское, это как вот как консервы. Ты можешь ими воспользоваться, а можешь просто передать дальше. Это отношение к Духу Святому. Представляете, да, консервы, килька в томате, это Дух Святой в томате или под маслом там. Да, значит, и понимаете, вот эта система, я понимаю сегодня, что такое отношение к Духу Святому, это ненормальное отношение вообще. Это ненормально, это, ну, скажу так, это как хула на Духа Святого. Потому что Дух Святой — это личность, есть с ним общение, с Духом Святым есть общение, реальное общение. И первое, что Библия категорически говорит однозначно, что Дух Святой, с ним иметь надо общение. Он не энергетика, которая передающаяся. И исторически, кстати, почему еще Библию, потом историю говорю. Исторически в христианстве, я вот сказал, да, что до 6-го столетия не было такого учения, как доктрины. Но в других религиях были такие учения, в частности в митраизме. В митраизме, но больше было у... Забыл, как религия называлась одна. Забыл. Я историю религии там этих мировых читал, но не повторил. Вспомнил. Манихейство. Манихейство. Была такая, как ересь, не ересь, религия такая. Некто Мани в древности, основатель этой религии, там, как бы, они разные есть мнения, там, кто-то одобряет, кто-то осуждает эту религию. Непонятная религия, в общем-то, во многом. Но у них была такая доктрина, у манихейцев. Это явно не христианская религия, абсолютно. То есть она как бы сама по себе, значит, у них свои там какие-то вероучения странные. Их называют часто гностиками, как бы, одной просто таким, как бы, гностицизмом, но таким высокого полета, как бы, гностицизмом. Так вот, манихейство, Мани некто, основатель этой религии, он как бы завещал как раз своим ученикам, значит, непрерывно передавать дальше вот то, что он передаст им, как бы он на них как-то там возложил что-то там, как-то помолился, как-то благословил, и вот они, вот эти вот лидеры манихейства, или манихейской ереси, или религии манихейской, это по-разному и пишут их, они были озадачены тем, что каждый из них должен был обязательно хотя бы раз в жизни вот передать вот через молитву определенную и возложение рук там, значит, передать вот эту благодать мани как бы дальше, чтобы и религия манихейства считалась, она сохранится до тех пор, пока не будет вот эта передача. Даже доходило до смешного, когда вот, он никого не рукоположил, допустим, значит, да, значит, и ни за кого не помолился, а должен был уже умирать, допустим. Он просто кого-то подзывал, там, паренька, хватал его, говорит, все, и теперь ты следующий, короче. А тут что к чему, непонятно. Но потом он взрослел, чтобы понимал, что его тоже рукоположили, помазали в манихейство, как бы. Хотя он даже ни слухом, ни духом не был в этой религии, допустим. Вот, значит, как бы у них, передай дальше, короче, как вот там бабки там некоторые, там, ведьмы там, допустим. Вот, у манихейцев была такая вещь интересная. Вот, самое интересное, ну, это древняя религия вообще, как бы, она задолго там, до всех этих учений существовала. Но интересно, что получается, что христианство опустилось официально вот до такого уровня, как вот это манихейство какое-то, понимаете, вот, вот та религия, лжерелигия, явно лжерелигия, явно гностицизм и непонятно что вообще. Вот, как бы, и там, если правые исследователи, которые пишут там, особенно немецкие, американские, там просто был ужас. Но вот получается, что на таком уровне. Так, хорошо, запомним, первая вещь — это Библия, да, угу. Что противоречит этому учению. Второе, история. А третье для меня очень стало значимо. Последней каплей для меня стала вот эта третья. Жизнь. Я для себя так сказал, это жизнь. Сама жизнь. Сама жизнь точки над «и» расставляет. А знаете, что, почему меня так, вот так вот это утвердило? Слова Иисуса. Я перечитывал как раз Евангелие тогда. Это 96-й год был для меня. Но вот это было для меня прозрением. Читаю Евангелие, и там говорится, что собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Дерево доброе, плоды добрые дает. Я думаю, стоп,
По плодам их узнаете их. И, в принципе, многие учения можно даже не по доктринам узнавать, а по плодам, которые оно рождает. И истинность можно даже узнавать вот именно таким образом. Как, допустим, потом я прочитал, спустя несколько лет, там, у Джош Макдауэлла «Неоспоримые свидетельства о истинности Писания», да? Он очень хорошо размышляет, мне так понравилось. И он один из примеров пишет такой, что его, как бывшего атеиста, убедило в истинности Библии несколько там моментов. Исторически, изучая археологические некоторые данные, и по жизни я увидел плоды, которые производит вот эта вера в жизни человека. И вот даже если бы меня убеждали бы, что Иисус не есть Христос, но вот в моей жизни теперь есть вот этот плод, действие такое, что я теперь точно даже по плоду этому вижу, что Иисус и есть настоящий Христос. И Библия, она истина. Потому что это слово, оно произвело в моей жизни такое чудо. И вот я думаю, стоп, вот это то, что он выразил вот в своем тексте, думаю, это то, я чем живу. Потому что у меня тогда, в 96-м, было это понимание, что да, сама жизнь показывает, что это учение гнилое. Смотрите, согласно этому учению, все, допустим, протестанты, допустим, да, служители, не имеют Духа Святаго вообще. Нет у них Духа Святого, все. И поэтому очень даже радикально многие священники говорят, горделиво, встречаясь, допустим, с другими христианскими конфессиями, обращали вы внимание или не обращали, но я обращаю всегда, потому что я как бы сам был в такой системе традиционализма, высокомерие, что, ну, мы как бы вот, не просто даже выше, мы единственные вообще. А вы, ну так, называйтесь христианами, конечно, ну, чем бы дитя не тешилось, так, лишь бы не плакало, как бы, вот, стерпится, слюбится, но по совести, если так вот говорить, даже с теми священниками, которые вроде бы как бы там и настроены так экуменически, как бы вроде бы и общаются с протестантами, но по совести начинаешь с ними разговаривать, какие же это христиане, ну, несерьезно. Вот, вот у нас, да, у нас родословие, мы как бы вот породистые, да, а это как бы, а эти, значит, да, эти не удались. Вот, понимаете? Лошадки мы поскакали. Да. Это как в том анекдоте, да, значит, когда там верблюжонок с верблюдом, помните, да, слышали? Ну, папа верблюд и сыночек верблюжонок, значит, и, а рядом лошадки пасутся. Вот, значит, они такие красивые, такие, значит, там, значит, да, и верблюжонок так зачарованно смотрит на этих лошадочек и говорит: папа, а почему у лошадок вот спинки такие ровненькие, а у нас вот такой бурдюк такой висит, ну, ну, сын, ну да, может, не так красиво, но зато мы можем там месяцами там воду хранить в этом бурдюке, ну да. Папа, ну у них такие губы, приятные такие вот, мордочка, а у нас такие губища такие. Ну они травку только жуют, а мы что попало вообще, хоть колючку. Ну понятно, да ладно. Ну у них такие копытцы аккуратные, а у нас вот такие лепешки, говорят, ну папа. Но зато они в песке могут проваливаться, а мы вот хоть бы что, как корабли идем, значит, хоть... Ну да, право. Папа, ну зачем нам такие навороты, мы же живем в зоопарке. Ну да. Вот, так что, друзья, ну вообще, если по совести, вот есть только лишь одна порода, христианская, все. Есть одно имя, Христос. Быть христианином. Неважно, какой ты системы, там, в этих родословных, не в родословных, значит, там, ты с детства верующий, как мне говорили некоторые там, я там с одним армянином говорю, говорю, ну, а вы христианин? Он говорит, конечно, я же армянин. А в Грузии с одной бабушкой разговариваю, она мне говорит: батюшка, ну она плохо так по-русски говорит, но говорит: батюшка, мы, говорит, ассирийцы, мы христиане еще до Иисуса Христа, говорит. Я говорю: бабушка, верю охотно, спасибо, спасибо, понимаю. А потом общались, ну, понимаешь, женщина просто невозрожденная еще. Вот и, понимаете, как вот говорили многие проповедники, очень правильно, у Бога нет внуков. Даже если твои родители верующие, да, возрожденные, бабушки, дедушки, и должен родиться свыше. И действительно так, я в этом глубоко убежден. У Бога нет внуков, у Него дети. Слава Богу.
Так что, друзья, и все эти вот споры о родословных, они такие пошлые. Я скажу, вот это лжеучение об апостольской так называемой правопреемственности, оно яйца выеденного не стоит. Но дает повод для гордости, питает эту гордыню, вот, и огорчает Духа Святаго, конечно. Я еще даже некоторым священникам даже говорил такие вещи. А вы знаете, почему через протестантов даже Бог чаще действует, чем через вот, нас, православных? Потому что Бог гордым противится, говорю. А смирен дает благодать. Или даже малознающим еще даже дает благодать больше. Поэтому не надо гордиться, какая там церковь твоя, там все там, значит, там известная, неизвестная, сколько ты лет верующий, там много лет или только без году недели еще. Христос, Он в нас, и это вот есть христианство. Мы говорим Христос, подразумеваем христианство. Мы говорим христианство, подразумеваем Христос. Все. Убери Христа, оставь все остальное, это уже не христианство. Оставь Христа, убери все остальное, это христианство все равно. Это христианство. Так что, друзья, время у нас, да? Нет еще? И также я... Мы дадим вам, значит, раздадим, вам раздадут такие как бы работы, но вы их сделаете дома, не здесь. Вот, потому что после обеда я буду там внизу уже. А кто будет внизу со мной? Может, магистр. Четверо, да? Вот мы с братьями тогда пообщаемся. Ну и вольные слушатели. Да, и мы, да, тоже добро пожаловать. Расскажу некоторые вещи такие. Интересно. Но а вы у вас будет, тоже хочет. А у вас тема будет тоже интересная, важная, другая тема будет. Есть камера. Есть камера. Запись будет на Ютубе, поэтому вы сможете все это потом на Ютубе посмотреть. Хорошо? Не забывайте там лайкать. Вот. И не забывайте делиться там с друзьями. Прочее. Вот. И что? Вопросы будут. Я, значит, там последний вопрос оставил такой, даже не вопрос, а творческая работа. На целый лист, значит, там последний напишите в своей работе, знаете, вот ваше впечатление, ваш отзыв, значит, и вот как вот об этом материале, что больше запомнилось вам в этом материале, да, «История Восточной Церкви», как это вот вам, в вашем служении Господу, вы думаете, это может быть, да? Да, пригодным, да, полезным? И какие пожелания будут? Дело в том, что мне самому эти вопросы очень важны, ваши. Потому что из этих вопросов потом рождаются мои другие какие-то темы. И тем более, что у себя в церкви, допустим, вот в воскресенье, я собираюсь тоже как раз вот говорить, вот подытоживать вот этот семинар, буду рассказывать некоторые вещи эти. И отдельную программу такую запишу, может даже ее сделаю так вот онлайн, значит, почему бы нет. Вопрос-ответ. История будет называться так вот, это видео, история Восточной Церкви в вопросах и ответах. Вот так вот. Из некоторых вопросов, я вот, которые прозвучали уже здесь, тех, кто пришли, что пришли на e-mail, вот, значит, в социальных сетях, что под этими видео публиковали, вопросы писали, я сделаю, там, систематизирую больше или меньше, вот, и, значит, или бессистемно, или бессистемно, но отвечу на эти вопросы просто. Мне самому интересно будет это, потому что тогда я вижу, что людям надо, что людей интересует вообще. Вот. Тем более, что здесь-то присутствуют евангельские, протестантские верующие, да, а традиционные православные, допустим, многие, они вот через видео, онлайн, допустим, да, пишут, вот, и смотрят, пишут. И тема цепляющая, тема реформации. И знаете, есть деформация, а есть реформация. Есть деградация, деформация, есть реформация. И еще в третьем столетии, в том самом Карфагене, сегодня уже вспоминаемом, был архиепископ такой, Киприан Карфагенский, очень известный служитель, один из отцов церкви ранней. Тогда христианство было всего лишь там 200 лет. Молодая церковь была еще совсем наша, да, вот с вами. Церковь Христова была молода. И Киприан Карфагенский, он известный был служитель, и один из его известных таких вот, как раз вот, одно из известных его посланий, оно так было и озаглавлено, «Экклезия Семпер Реформанда», «Церковь непрестанно реформируется». И Киприан Карфагенский, это было в то время, когда еще наших с вами там братьев, сестер, там потехи ради в Колизеях там хищникам раздавали. Вот, а он писал интересную вещь, что если не реформируется церковь, то деформируется. Я понимаю теперь это, да так оно и есть.
ну, диалектика, да, господа, что все движется, течет, все изменяется, и либо движение с Господом, либо от Господа, вот, либо деформация, деградация, либо реформация. И реформация начинается с меня, с тебя, с каждого из нас, и это пробуждение можно назвать, да, действительно духовным пробуждением. А деформация – это деградация. Вот даже материал, вот по истории христианства, я очень люблю эту тему, очень люблю эту тему. И знаете ли, ну, когда много, долго, допустим, какое-то время, вот уже не освежаешь в памяти, да, эти материалы, как-то и забываешь уже, вот как бы уже с трудом вспоминаешь. А когда это часто освежаешь в памяти, и помнишь это хорошо, и все. Понимаете, значит, поэтому действительно даже в этом сказывается. Ну, а с Богом, так, действительно, погружаемся в Него и пропитываемся им. Вот это баптизу, помните, как я вам говорил? Про огурцы. Про огурцы. Запоминаемый пример, очень хороший пример. Вот, значит, очень важный пример. Вот. А вот о схождении благодатного огня, раз ну, меньше. Да, вот, ну раз о Духе Святом сказал, значит, то да, надо еще пару слов об этом тоже сказать, обязательно, да. Да. Потому да, что, то, что часто картина неполная будет, да. Потому что, понимаете ли, вот обычно еще так говорят. В Лавру мы как-то приходили как-то с ребятами там, ну, со студентами. Вот, значит, и там семинаристы, ну, такой диспут получился интересный. Они сказали так, вот наша вера истинная, вот традиционалистская такая православная, такая традиционная, вот, потому что у нас огонь на Пасху сходит там в Иерусалиме, вот, мощи не гниют, значит, там вот у нас там, хранятся туда-сюда, и что-то еще они сказали, ну, по поводу икон, по-моему, тоже, вот, мироточение, кровоточение, там, слезоточение, что-то там, значит, там, да, вот, и, значит, хорошо, ладно, и вот... Тот раз, о котором я хочу сейчас вспомнить, с нами был там один брат, Андрей, из Мариуполя, бывший наркоман, вот говорят, конченый вот из тех вот старых наркоманов. Значит, и он был при смерти, у него там такое сильнейшее было свидетельство такое, был он этим, как сказать, ну уже овощью, по сути, был. У него мозгов не было, просто-напросто, уже там кисель был в голове. Значит, и он был не просто там животным уже, а уже был овощью. Вот, и его там по Мариуполю знали в этих больницах, вот, просто там кололи чем-то там и все, значит, там, чтобы не кричал. И, что интересно, вот случаи жизни. Просто вот эти люди в белых халатах, но с черными сердцами, они просто развозили вот эти вот умирающих этих вот наркоманов, их много одно время стало там умирать, развозили по домам. Ну, большинство родственников, конечно, не открывало им, вот, значит, не хотели видеть их умирающих таких, вот этих наркоманов. Даже своих детей порой не хотели видеть уже, понимаете, вот, вот настолько вот, как бы, такие отношения страшные. И враг просто разоряет людей. И вот с Андреем они поступили таким образом, как и с некоторыми другими там людьми. Просто возле мусорки, там многоэтажка, подъезд, возле мусорки на простыне оставили помирать. Ну, потом, чтобы труповозка забрала тела эти и все. И уехали. Вот тебе скорая. Ну ладно, значит, и а повезло Андрею, иначе в чем еще? Там другой дом соседний, и нигде там его родня жила, а другой дом. Там бывшая варочная квартира наркоманская, притон, значит, где там было пробуждение такое духовное. Там как бы там как раз это конец 90-х, там несколько таких точек стало центрами пробуждения. Молитвенные квартиры получились. А там не было дверей даже, там все было открыто постоянно, 24 часа в сутки. Вот, значит... Кстати, там участковый потом говорил, интересно, мне рассказывали слова его, что он приходил к ним там, что когда, говорит, была наркоманская точка, да, ни одной жалобы не было от соседей. Все боялись. Да-да-да. Как только стала там молитвенная комната, квартира, сразу жалобы, сектанты, все, значит, короче, ну ладно. И, значит, и вот эта молодежь шла туда, бывшие наркоманы там туда молиться, в эту варочную бывшую квартиру, ставшую там пробуждением местом. Туда приносили наркоманов всяких, они там освобождались, на раз-два многие исцелялись там и все там. Вот, и днем и ночью туда был доступ. И, значит, и они его увидели, что он все уже, он еще, этот Андрей, он говорит, распух весь, черный стал весь, толстый. Ну, заражение крови. Там ему там переливали, ничего не помогало, там у него гепатиты всякие, кости гнилые там, и он весь распух уже. Ну, все, уже последние уже, ему остались там часы, не знаю, там, жить-то.
И, значит, и они его, это вот это тело, вот это овощ, на простыне той же самой приволокли, значит, на эту квартиру. И молились, там у них служение, молятся. Вот. И как бы мне там эти мариупольские эти братья рассказывали потом, что они, говорят, не, особенно они даже, они всякие чудеса видели, но вот они не верили, что он выживет вообще. Думали, что, ну, жить не жил, но хотя бы помрет по-человечески. Вот. Просили у Бога чудо, чтобы он хотя бы, ну, как-то прозрел что-то, что-то хотя бы повторил, там, сказал что-то, слова там, покаяние Иисуса принял хотя бы там напоследок-то. Ну, да. Чтоб вот так вот, ушел-то вечность, так вот, а то дурака провалял всю жизнь. Ну вот, и ладно, они молятся, вот, и первое чудо было там уже, что он как-то сообразил что-то, а ведь вообще не соображал, все, овощ. Сообразил как-то соображалка заработала, стал что-то глазами хлопать, что-то повторять так, вроде да. За ними там, вот. Они, значит, там ему что-то рассказали, он что-то даже повторил там. Ну, ладно, дальше молится. Думали, наверное, сейчас вот помрет, а он не помирает. У них там собрание уже закончилось, а он все не помирает, лежит там глазами хлопает, что-то повторяет. Но они ему давай дальше рассказывать. Слушай, мы тебе еще не все рассказали вообще-то. Не всю правду. Что не только твои грехи прощены Христом, но и ранами его ты исцелен. Тот... не против был, как бы согласился, как бы с предложением, значит, там, да, что-то там, буму, что-то повторял, что-то там, они за ним молились. Короче, через несколько дней у него он стал похож на человека вообще, уже все черное сошло, значит, он там в нормальное тело уже что-то там внятное что-то говорит, они уже разбирают его слова какие-то там. Короче, через несколько месяцев, там, не помню точно, могу быть не точно, но месяца три, допустим, очень мало прошло времени, он пришел на своих двоих, к этим врачам, которые его на мусорке вот оставляли, пришел за справками, там, у них там было как бы, они центр организовали такой еще после того, и значит, трудоустройство какое-то там у них там было. И он пришел за справками. Короче, младший медперсонал, как говорится, в обморок так и бросат. Это случай всех злее. Понимаете ли, они думали, тот Андрей уже сгнил в могиле, а он пришел вот так вот. Значит, короче, не верили, что это он, да, это он, точно. Проверяли его мозг, самое интересное, мозг был здоровой формы, без повреждений, значит, там, значит, но в Мариуполе ему отказались давать какие-то бумаги, отфутболили его в Донецк. В Донецке тоже там охали-ахали, у него там всякие проверки были перед тем, в голове не было мозга, он был просто кисель в голове, все, овощ. А здесь здоровый головной мозг без повреждений, плюс еще гепатитов нету, у них были разные там гепатиты у него, все исчезло, кости здоровые, кровь здоровая. А в Донецке тоже отказались врачи. Белые халаты, но черные сердца. Отказались. Отфутболили в Днепропетровск. Там тоже отказались. Дофутболили его до Киева. Здесь он Академия медицинских наук лежал. Проверяли. Врач все-таки, только в Киеве нашелся один человек в белом халате, но у которого где-то сердце было все-таки беленькое. Он подписал ему и говорит, пусть надо даже смеются, но я подпишу вам эти бумаги, говорит, что у вас новый головной мозг. Потому что десятки проверок перед тем и после того подтверждают это. И он сказал, я, говорит, человек, ну, религиозный, там, в костел, он, кстати, католик, да, хожу в костел, но, говорит, такого не видел. Это точно, говорит, ну, надо вам в храм пойти, свечку поставить, это точно Бог, говорит. Вот, а он говорит, я, говорит, не в храм хожу, но в такую церковь, протестантскую. Короче, врач, этот профессор, он был в медицинской науке академии, он был просто шокирован. Но он подписал ему документы, что, да, говорит, вот новый головной мозг у меня. А, кстати, он потом, после библейского института, он женился, ну это потом я встречал его уже на, там, на Левобережной, женился на бывшей наркоманке, та тоже такая, ну не как он, конечно, но тоже много что прошла, и Крым, и Рим, там, и все там, там. Вот, ее в одних трусах доставали там с подвала, значит, все прокололо полностью, и представляете, тоже были у нее там гепатиты всякие, она была исцелена, девчонка. Когда их увидел, я не мог поверить, красивая девушка, вообще, пара такая, он такой вообще такой, стал, да? Такой, да, уже такой, вот это да, Андрей, ты, да, вот это да, думаю. Значит, да, чудный бог на самом деле. А, и еще что, потом мне сообщили, уже я их не видел уже потом, но потом сообщили, рассказали, вот помните там, Андрей, да, а что такое? Дочь Настя, это Настя жена, а значит, родилась у них девочка, здоровая,
Девочка говорит, значит, без всяких там заболеваний, все, значит, там врачи охали-ахали, медицинские карточки смотрели, сбегались, говорит, это такое кино. Но там еще другие подробности, а там еще были другие мариупольские ребята, они рассказали тоже там пару таких ужасников, вообще там, я сам рот открыл. Вот, значит, и это все было, у нас разговор получился так вот импровизированно на общении с семинаристами, первый класс семинарии, кстати, были ребята. В Лавре, Печерской. И представляете, вот надо было видеть, где была камера, когда нужна. Вот, слушайте, вот там, значит, вот эти семинаристы, молодые ребята, да, будущие священники православные, да, Московский патриархат, довольно такая ортодоксальная, такая, очень такая консервативная структура. И вот эти ребята, молодые, да, они вот, знаете, что я заметил? Очень красивые лица стали у них вообще. Вот Бог, я так понимаю, ко многим из них прикоснулся очень сильно, потому что они не спорили уже. Это, понимаете ли, это вам не там сходящий огонь где-то там на Пасху, это там не мощи там где-то не гниющие там, или иконы плачущие. Вся вот эта шелуха от них сразу отошла. Они увидели настоящее. Понимаете, значит, у них как будто глаза открылись, они смотрели, ну, может, не все, но сколько там было ребят, ну, кого я замечал, ну, я же не прям так появился, но смотрел, ну, как бы, я удивился, увидел, что они вот, ну, как бы, совсем по-другому вели себя, во-первых, и какие-то лица какие-то у них другие стали, как будто бы вообще. До того были злые такие все были, вот сектанты какие-то там, все там, вот мы там, а это прям такие, очень такие интересные стали. И вот, и такая, ну... Атмосфера такая хорошая получилась, вообще так интересно. Ну, Бог пришел, я так понимаю, потому что, ну, очень спокойная, хорошая атмосфера такая получилась, добрая. И представляете, и после этого, я думаю, надо вот как, ну, слово сказать, как-то в завершении уже, пора уже и честь знать, как бы расходиться. И я сказал такие слова семинаристам, обращаясь к этим, говорю, братья, знаете, говорю, вот если бы в церкви, вот где, вот, к примеру, служу, да, если бы не просто на Пасху раз в году, а каждое служение сходил бы огонь, вот как вы рассказываете, да, и если бы не только там отдельные члены моей церкви после смерти, они там не разлагались бы, не гнили бы, а все члены моей церкви после смерти, они бы оставались бы такими мощами, и перед входом в храм был бы, там целая галерея была бы там, этих прихожан. Ну, я примерно так как-то описал им все это зрелищное, и говорю, смотрите, говорю, для меня все это чудесное, как вы, вы думаете, да, говорю, было бы меньшим чудом, чем вот это одно чудо, даже вот это одно с Андреем, но живое чудо. Когда, говорю, человек был мертв, я жил, пропадал и нашелся. Живой Бог имеет свой почерк. Почерк живого Бога – это жизнь. Он чего касается, это все оживает вообще. Жизнь. Мертвые боги творят мертвые чудеса. Кстати, в свое время я тоже вот верил во все эти вот исходящий огонь на Пасху и прочий бред. И знаете ли, было дело, я однажды встретился, еще будучи традиционным священником православным, ну где-то 94-95 где-то год, я думаю так, в Орле встретил своего бывшего, одного из своих товарищей. Вместе учились мы когда-то в конце 80-х, там, 80-х, середина 80-х, вместе учились мы с ним. В этом самом училище, еще художественном учились. Он так пошел по стезе художника, потом он пошел в какую-то мистическую такую религию, уехал даже там куда-то в Индию, на Тибет, там где-то монашествовал, потом вернулся в Россию. Вот. Ну, какая-то странная религия такая, восточная такая. Было время такое, вот как сейчас, погода, как сейчас, вот. А он в тапках на босу ногу, в каких-то трико, легких вообще трико, значит, с непокрытой головой и стоит как блаженный. Я с ним беседую, я одет тепло и холодно вообще, и ветерок такой. Я говорю, Владик, давай зайдем, а у него сейчас какое-то там другое имя, какой-то там Ибн там или что-то еще такое непонятное. Вот, а так он Владик вообще по жизни. И, ну, давай зайдем хотя бы в магазин, ну, там тепло хоть, поговорим. Не-не-не, я вот постоим, пообщаемся. Мы с ним там битый час стояли, значит, где остановка, значит, и ветер, и все. Самое интересное, мы там, ну, до свидания, все, у него рука теплая, он не остывает вообще, как бы, вот это да, конечно, да. Он говорит, я, говорит, и от земли отрываюсь, значит, там, значит, ну, вот, как бы, значит, на этих всех этих. Понятно. Вот он там школу какую-то имеет уже там, имел тогда в Орле, значит, там этих вот всяких там любителей вот таких религий восточных, медитации и прочее. Вот, не, он как художник, очень хороший художник, чувствует цвет очень хорошо вообще, и
Но пошел в такую мистику. И я ему тогда, а я в рясе еще был, я ему, ну, узнал, что я священник. Я говорю, вот, Владик, слушай, а мы с ним когда-то, тогда еще в 87-м году как раз в храм ходили вместе. Только я стал служить в сельском храме, а он в городской храм ходил, и потом вот пошел в мистику эту. Блаватскую стал читать, Рерихов, кого-то еще, и пошел дальше туда, вглубь. Но что интересно, знаете, так, ну тогда не было еще их изданий официальных, у нас были такие вот эти, сам издат, под копирку там, на машинке были набраны, тексты такие, талмуды были такие, в папочках. Вот такие у нас были книги тогда. Вот, и, но что интересно, значит, я ему стал говорить, вот слушай, мы же в храм ходили, помнишь, там в Ахтырской Божьей Матери там, а сейчас там, говорю, вот выставляются эти мощи, как раз там нашли мощи этого Тихона Задонского, по-моему, пойдем, говорю, вот к мощам, пойдем, говорит, ну, я его все сватал там в такую нашу православную мистику. А он мне как-то урезонил, но я хотел его, чтобы он вернулся в православие, как бы, значит, там, думаю, заблудился, думаю, в этих восточных религиях надо как бы вернуться к корням, как бы, веры, вот, православные, истинные, как бы, да, к мощам, как бы, поближе, вот, да, а он улыбается так, как-то так, как блаженный какой, и говорит, Сережа, если ты бы был со мной бы в Тибете побывал бы, там этих мощей столько, тебе не снилось. Говорит, здесь вот одно, и вы все восхищаетесь. Говорит, там это сотни этих, лежат этих братьев, которые ушли там в нирвану, обещали вернуться, так не вернулись, короче, там. Так и лежат, короче. И хоть бы что, значит, некоторые из них прям истлели полностью, а другие лежат хоть бы что вообще, свеженькие такие, вот как будто бы там, хотя прошли столетия, но они лежат хоть бы что. И говорит, я там жил среди них, среди этих мощей, там, медитировал, все. Говорит, пожалуйста, братья эти живут. Вот таким образом, странным таким, мертвые, но вроде как и не поймешь. Вот, и я послушал, а я, значит, и он мне стал про свою мистику говорить. Там голова плачущего Будды, каменная глыба, говорит, скала. И там даже проезжали с телевидения, все там откуда, с Америки проверяли. Вот, и проистекает вода, плачет башка эта деревянная, каменная башка такая, и плачет. Чисто. То есть моя карта бита была. Знаете ли, я ему там не мог таких икон предоставить. Нет, я верил, что есть где-то, но я вот ездил и к той иконе, и к той иконе. Там говорят, там чудеса. Там легче будет. Там замироточило, там засовереточило. Значит, я ездил, я верил, но вот я считал, видимо, не удостоился, видимо, грешен, видимо, ну, не способен это увидеть, чудо такое. Другие видят, я не вижу, думаю, что такое, ну, как вот, как... Ну ладно, порублено, да. Ну, короче, вот не вижу и все. Ну ладно. Значит, и я уже считал, видимо, но если удостоюсь, я так, ну, как бы, как факт признаю, да, но не видел, вот не видел, реально не видел, чтобы мироточило, слезоточило, кровоточило там что-то. Не просто иконы и все. Вот, значит, и. А у него там чудес навалом. Мы с ним потом, ну, больше не виделись, уже так вот не дискутировали, не общались. Но я ему о православии там многие вещи говорил, об опыте отцов в церкви. Знаете ли, скажу так, сегодня я встречаюсь с разными людьми, с разным опытом религиозным, мистическим, допустим. Я всегда говорю, мой опыт – это сам Христос. Все остальное, вот все остальное, вообще в христианстве, все остальное, что есть, оно есть и в других разных религиях. Можно найти больше или меньше, но для меня христианство – это Христос. Для меня Христос – и это и есть христианство. Все. И действительно, я понимаю, что это вот, ну, христоцентричность, как вот говорят, да, это есть для церкви вот панацея от всякого рода недугов, заболеваний. Духовных, любых. Слава Богу. Спасибо, Господь, за все. Спасибо. Вот, а по поводу вот этих даже сходящих огней, там, значит, на Пасху, то есть отдельное видео. Если интересно, там наберете там Сергей Жавлев, там «Благодатный огонь» или как там. Или, а, как там? Я видела. Есть. Я в Орле, ага, об этом подробно рассказывал. Сейчас. Вот, в церкви Песятников. Подробно рассказывал и там на камеру снималось, поэтому там как бы все записано. Можете посмотреть, я там целый час битый там все рассказываю. Можно еще, да, про евангелизацию, и там же, ну, вы же знаете, праздник какой, да? Так. Но
Нынешнее Сретение вот будет. Вот. Ну, да. Это Сретение от Номерских, завтра Валентин. А. Ну, вы поняли, да? И как бы, вы же знаете, мнение расходится у всех, кто-то говорит, ну, это западная церковь, как бы, святой. Ну, да, они же говорят, что это, одни говорят, это грех, другие говорят, это не грех, кем он был, одни говорят, он был просто там кем-то, ну, как бы, я вашу просто не могла посмотреть об этом. Развечивание, потому что мобильный интернет. Про Валентина особенно ничего не скажу, потому что я тоже читал очень разные мнения. И даже сами католические авторы, сами католические священники по-разному оценивают этого Валентина. Кто-то просто как культуру, традицию, кто-то как даже ересь. Есть такие католические, даже католические есть такие авторы. Вот, как Кюнс, допустим, значит, да, со Швейцарии, значит, католический автор, но он не одобряет вообще такие культы. Вот, и считает это как бы это пережитком средневекового, как там мира созерцания там пишется, да. Все. Он считает это просто историей, все, не больше. Вот, но большинство традиционных католических священников одобряют. В принципе, большинству населения наплевать на эти все вещи. Вот, значит, католический, православный какой, что не поп, то и батька, значит, православный, католический, неважно какой праздник, социалистический, коммунистический и прочее. Вот, повод, значит, да. Поэтому я считаю, что когда разговоры идут о праздниках, я стараюсь все разговоры такие переводить к личности Иисуса. Вот, знаете, вот, если вот, день влюбленных, мой возлюбленный Иисус Христос, это я знаю. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. И дух, и невеста, они взывают в эти последние времена, очень активно будут взывать: «Гряди, Господи Иисусе, возвращайся, Иисус». Поэтому для меня, если даже любой праздник, я могу проводить на Курбан-Байрам, там, значит, я когда вот попадал пару раз у татар как раз, но я как бы, тем более один раз там, если брать казанских, то моего дедушку они там помнили. У нас не было мечети там, значит, но мой дедушка, вот этот его, татарский, который, он резал на Курбан все время там, значит, омывался там, как бы, ну, я с детства помню, что он как бы относился к этому. Это, но не было даже частью религии, это больше как культурно у нас так преподносилось, как культура просто татарская, все. Вот, резал там, значит, и очень ловко, так что там баран не успевал еще там, как бы, понять, что происходит, уже вертелся уже. Вот, значит, и потом собирали все бабаи, значит, все дедушки, значит, да, значит, мой бабай был среди. Ну, бабаи у вас это что-то страшное, а у нас это дедушка просто, это, значит, уважаемый человек. А не баба, это мамина, мама, бабушка. Вот, значит, бабушка Аби. А не баба, а у вас так это Аби, да. Вот, а, значит, и получается, баба это дедушка. И вот мой баба, он резал у нас. Вот, и меня приглашали пару раз. Сейчас, допустим, где мы там жили, там сейчас две мечети даже целых построили уже, значит, прям возле, недалеко прям. И в одной из мечетей там, кстати, служит один мулла, значит, который, ну, мой ровесник, который когда-то, ну, моего дедушка, его дедушка мой обрезал там в свое время там и прочее. Вот, как бы, и уважительно мне тоже давали слово там, мясо поесть, курбан. И я говорил так, что, значит, салям, все, значит, там, и потом объяснял, что мой курбан, говорю, это самый-самый сих. Для меня мой курбан это моя, ну, это же курбан жертва. Угу. Байрам это как празднество, там, ну, торжество, да. А вот курбан это как курван, да, это жертва. Даже пожертвование тоже курван. Вот, а так, значит, мясо, говорю, да, мы поедим мясо, говорю, но мой курбан это сам Иисус Христос и сам Осих. Я объяснял это, рассказывал им. И, ну, кто принимал, кто не принимал, кто понимал, по-разному все понимали, но как бы понимали, что я православный священнослужитель, да, но я ем с ними мясо, я не брезгую ими, я кушаю, да, все, значит, вспоминали дедушку там добрым словом моего, вот, значит, и говорю, да, мой бабай, говорю, здесь большинство из вас, говорю, всех обрезал, значит, как бы, да, он у меня и всех татарских, и еврейских мальчиков всех там обрезал, значит, у нас, и вот обрезальщиком был таким известным, вот, но,
Но, говорю, значит, опять-таки, обрезание, говорю, сейчас для меня обрезание, это не то, что по плоти, говорю, резал дедушка мой, а, значит, для меня обрезание Христа. То есть сам Масих, говорю, для меня есть мое обрезание, которое сердце мое обрезает, которое обрезает меня обрезанием своим, свыше, небесным. Как Ибрагим, говорю, ну, как Авраам. Вот он был не просто обрезан физически, говорю, значит, да, да, он был обрезан, да, но его обрезание первое было, по сути, от него, от Всевышнего, говорю, было обрезание Ибрагима. Вот я им объяснял это все, и они, да, бабаи там все головами трясут, значит, что, да, вроде, как бы так оно и есть, вроде. А что, куда ж денешься? Благословляю вас, друзья, во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светом лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог Авраама, Исаака и Израиля, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое. Боже великий, благодарю Тебя за этот курс «История Восточной Церкви». Благодарю, что снова здесь, в Киевской, Славянской, Евангельской семинарии, имею честь быть с моими братьями, сестрами. Благодарю Тебя за сердца братьев моих, сестер моих, которые открыты для Тебя, которые жаждут Тебя, Боже, пропитываясь Тобою, а Ты пропитываешься ими, Господь Боже. И действительно, величайшее таинство да свершится. Эммануэль, внутрь нас сущий Ты Бог. Слава Тебе! Благословен Господь! Благословен Царь наш! Во имя Иисуса! Аминь! Аминь! Поэтому запомним, да, что именно Эммануэль, есть Этануэль, значит, с нами Бог, а Эману буквально растворенный в нас, съеденный, выпитый нами, частью нас ставший, а мы частью его ставшие. Поэтому, хотя переводчики переводят именно Эммануэль обычно как с нами Бог, но это не совсем правильно. Можно так перевести? Можно. Эману можно иногда допускается. Это внутри нас, да? Да, Эману, вот самый лучший вариант переводчики, знатоки именно, вот тот самый покойный уже архимандрит Иануарий как раз объяснял, тогда еще, 87-88 годы. А он очень хорошо греческий знал, старый именно Койя. Говорит, вот вода, да? Значит, но он объяснял еще и на иврите кое-что. Вот иврит именно. Вода, но на греческом примере приводил, интересно тоже. Аналогии, кстати, очень похожие есть там на греческом. Не помню сейчас точно. Вот на иврите моим вода, да? Вот когда вода в стакане, допустим, да, по отношению к ней я могу только лишь слово этану употребить. Вода рядом со мной, этану, она вот возле меня, со мной. Да, я ношу ее, но я могу засохнуть, умереть, даже если не буду пить ее. Но когда я пью ее, ваше здоровье. Это Эману. Вот это уже Эману. Она частью меня становится сейчас, я частью ее становлюсь. Вот по отношению к этой воде уже Эману лишь могу употребить. Больше этану не могу употребить. В оригинале еврейском подстрочник, возьмите, допустим, там, это вот номера Стронга, проверьте. Именно не этану, а Эману там стоит. Именно Эману. И Эману один из вариантов перевода с нами, но буквально, именно, буквально, это выпитый, съеденный нами. Просто переводчики, наверное, не могли культурно это принять, как бы, как можно Бога съесть, выпить, как. Но на самом деле так оно и есть. Христианство – это съесть, выпить его. Как мамы говорят молодые, ох, какой хорошенький, прямо съела бы. Но она не имеет, вот буквально съела бы ребенка, это не каннибализм. Но что она вот частью, вот он часть меня снова как бы станет. Я вот прямо, вот. И вот Бог, Он внутрь нас сущий. Вот это есть Эману, буквальный перевод, именно теологически правильный перевод. Внутрь нас сущий Бог, а мы внутри Него. Он в нас, а мы в Нем. Хотя в дальнейшем весь Новый Завет это подразумевает, так или иначе. И самое величайшее таинство христианства – это Христос в нас, упование славы. Самое величайшее таинство – это и есть причастие Христа. Слава Иисусу. Пусть Бог благословит вас все. До встречи. И на земле, и на небесах. Все, я вам скину. Аллилуйя. Потом дома уже как приедем.